Всем привет! Это челлендж ведущих. И мое первое задание — подойти к одной из парочек, которые сидят сейчас на лавочке, и прямо сейчас их поженить. Ну что ж, смелее за мной. Добрый день. Меня зовут отец Сергей. Я послан, чтобы благословить ваш союз. Надеюсь, я не буду послан. Как вас зовут? Денис. А вас? Итак, друзья, сегодня мы собрались в кругу самых родных и близких людей в жизни Дениса и Наташи для того, чтобы сказать им о том, что любовь – это великое сокровище, дарованное каждому человеку. Прямо сейчас я хочу попросить вас, Дениса и Наташа, посмотреть друг другу в глаза, обнять друг друга покрепче и понять, что напротив не просто Денис и не просто Наташа. Это самый лучший в мире друг, надежная поддержка и опора, мотивация и вдохновение. Посмотрите друг на друга, ответьте нам, ответьте себе. Согласна ли ты, Наташа, быть с ним в горе и в радости, в Харькове и на Сейшелах, в Ланосе или в Порше? Согласен ли ты, Денис, баловать Наташу не только вниманием, но и новыми айфонами не позже 3 недель после даты релиза? Согласна ли ты, Наташа, быть согласной, даже когда будешь не согласна? Согласен ли ты, Денис, никогда не говорить фразу: «Наташа, это не то, что ты подумала, я сейчас все объясню»? Нет. Если из собравшихся кто-то не согласен с этим союзом, просто идите дальше. А вы, ребята, в знак вашей любви можете поцеловать друг друга.